на конкурс. Дети читают стихи для лабиринт.ру. Рассказывает Казанцева Дарина, 3 года. На 9 мая 2015 года. Стихотворение Усачева «День Победы». Да? Давай. Что такое День Победы? Это утренний палат. Едут танки, ракеты, маршируют слез. Да. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Громко точно. Фейер. Звезд летают в небо. Рассыпают там и тут. Что такое День Победы? Это песни? За столом. Это? Речи и беседы. Это дедушки? Кинальбом. Это фрукты? И конфеты. Это за? Весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Молодец, умничка моя.